Вот. До тех пор, пока у вас сохраняется любопытство, вы живы. Вот. Как только любопытство у вас начнет угасать, вот, а по мере старения нашего мозга у него есть такая склонность, вот, и Соломон явно страдал этим Альцгеймером, вот, все становится печально, трагически, вот, и все понятно. Вот. До тех пор, пока любопытство вами движет, ваш мозг живой, у него будут продолжать поддерживаться все нейронные как бы, сети в максимально активном таком режиме действия. Поэтому сохраняйте любопытство, а пока вы будете любопытствовать по отношению к миру, вы будете ну, развиваться, я не люблю слово развитие, но вы будете становиться больше самого себя, а это и есть работа над собой.